На первомайскую демонстрацию вышли члены Рабочей партии России. Мы раздавали газеты с призывом к переходу на 6-часовой рабочий день с сохранением уровня заработной платы. В газетах большое количество статей на эту тему. С экономическими расчетами и практикой других стран. С анализом результатов перехода на 35-часовую рабочую неделю в странах Евросоюза. Давайте объединяться ради достижения этой цели, создавая профсоюзы, стоящие на защите прав рабочего класса. Профсоюзные демонстрации разбирали газеты, как горячие пирожки. Страна у нас большая, погода везде разная. Не всем повезло солнечным днем. В Владивостоке шел дождь, сильно осложнивший раздачу газет. Под ливнем раздавать печатную продукцию было крайне непросто. Приходилось прятать ее под одежду, использовать каждый подходящий момент. Благо дождь шел с небольшими перерывами. Присоединяйтесь к нам, боритесь за интересы рабочих.